Здравствуйте, товарищи! Мы сегодня начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики по таким вопросам, которые являются малопонятными, трудно усваиваемыми. Но, тем не менее, как говорится, тот, кто понимает, что в науку нет широкой столбовой дороги, и что только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по каменистым кручам, как писал Маркс, тот, тем не менее, будет постоянно подниматься вверх. Я уже как-то говорил, каков метод изучения. Метод изучения такой, что надо отойти назад до того места, где вам более-менее понятно, и потом пойти вперед там, где более-менее непонятно. И так, и раз, и два, и три, и четыре, и в один прекрасный день, и в один прекрасный момент вы обнаружите, что, собственно говоря, вроде бы там так ясно написано, что уж яснее не напишешь. И понятно написано. И причем иногда такими словами, которые там говорили Маркс, Энгельс, Ленин, там вроде как материя, которая дана нам в ощущениях, там написано учение, вот здесь учение о понятии, специальный такой есть раздел, без номера написано о понятии. Там вот такие вещи написаны. Вот, или вдруг, после того, как мы кончаем субъективность, а сейчас мы находимся в разделе субъективность, идет раздел объективность, который мы раньше изучали с вами. И там, так сказать, все понятно, все начинается. Механизм, химизм, организм. Вот, и, так сказать, все дело движется к высшему общественному животному. Но до этого Гегель не дошел, потому что до этого не дошла наука, другая, которая связана с изучением вообще животного мира, в том числе и человека. Поэтому, так сказать, дело не в том, что он это непонятно изложил, а дело в том, что он это еще не мог изложить. Или, скажем, можно сказать, а почему вот тут Гегель сначала пускает субъективное, а потом объективное? Потому что он идеалист. А почему он идеалист? А почему он не стал материалистом? Потому что, например, Фейербах, который толкнул очень многих на то, чтобы они стали материалистами, здравствуйте, Фейербах после Гегеля выступал. И кого он перевернул, превратил из идеалистов в материалистов? Ну, Маркс и Энгельс – это немало. Правда? И Маркс и Энгельс, после того, как прочитали «Сущность христианства» Фейербаха, стали в одночасье материалистами. Вот, поэтому, ну, как мы можем Гегеля обвинять в том, что к тому времени не созрело в философской науке? И вообще сказать, что философия развивается так, что вот только материалисты ее развивают, неверно. Одни вопросы разбирают или развивают идеалисты, другие вопросы – материалисты, а в итоге создается развитие философии. Оно допускает это развитие либо идеалистическое, либо материалистическое толкование. Но нельзя сказать, что философия была делом только материалистов или только идеалистов. Ну вот, мы с вами изучали о понятии. И последний раз на занятии бились над тем, чтобы выяснить, что нельзя так ставить вопрос, что есть вот особенное отдельно, есть что-то единичное, и есть что-то всеобщее. Нету этих трех. И при этом Гегель употребляет такое злобное слово, которое в последнее время получило такое, можно сказать, нехорошее звучание, тотальность, так, связанная с тоталитаризмом. Total. Что такое? Это целое. Целое. Total. Гегель хочет сказать, что когда мы говорим единичное, мы имеем дело с целым. Но с каким целым? С таким целым, которое является, так сказать, отрицанием отрицания. То есть первым отрицанием всеобщего является особенное. А вторым отрицанием всеобщего вроде бы является возвращение к всеобщему, правильно? Значит, возвращение, вот это возвращение к всеобщему называется единичным. Так если я вас спрошу теперь,
Так можно сказать, что единица, единичное – это всеобщее? Да. После этого рассуждения. Или можем еще раз его повторить. Вот, значит, вот есть total, целое. Единичное – это целое. Так? А что такое? Как получается это целое? Берем всеобщее, берем первое отрицание всеобщего. Это получается особенное. Берем второе отрицание, потому что единичное понимается как двойное отрицание, как отрицание-отрицание. Но раз это второе отрицание, значит, тут есть возвращение к всеобщему, и вот такое возвращение к всеобщему не непосредственно всеобщее, а всеобщее, как отрицание-отрицание, называется единичным. Можете ли вы это теперь единичное оторвать от всеобщего? Да никакими силами. И это особенно вы не можете, потому что уже в первом отрицании имеется особенное, и поэтому от того, что вы его закопали вторым отрицанием, скрыли, закрыли, то вот Гегель бьется здесь. Как это понятно объяснить? Как он, мы мучаемся своим пониманием, а он как он мучился, как это все людям объяснить, которые, сколько им ни говори, они берут вот единичное, особенное и всеобщее. Говорят, расскажите мне вот про это и про это. Меня вот один товарищ тут донимает, все время пишет, Титов его фамилия. А в чем отличие иного и Вселенной? Или нечто и Вселенной? Ну, как это меня бы спросили, в чем отличие пирога от велосипеда? И я бы засыпался. Почему? Потому что либо надо, так сказать, бесконечно много говорить, либо, я говорю, ну вот это они иные просто. Мы же знаем, как философ уже, диалектич, иные. Это велосипед – это иное пирога, а пирог – это иное велосипеда. Но они же вещи. Да, вот вещи только. Иное, иное. И что в итоге мы получили, вот если от этого рассмотрения, получили, что мы сразу говорим о трех категориях. И все эти три категории не помещаются рядом. Одна с другой неразрывно связаны. И нету никакого третьего, а есть только одна целостность, которую можно брать и как всеобщее, и как единичное, и как особенное. Ну, мы самый элементарный пример приводили в прошлый раз, я еще раз его приведу. У меня есть Антоновка. Это особенное. Я начну не с Антоновки, а с яблока. У меня есть яблоко. Это яблоко. А потом я беру Антоновку как вид яблок. А потом беру, простите, не как вид, а как род. И потом беру уже конкретное яблоко единичное Антоновку, которое я взял и надкусил. И в первом случае это Антоновка, и во втором случае это Антоновка, и в третьем случае... Нет, в первом случае это яблоко, без указания на то, какое. Во втором случае это Антоновка, а в третьем случае это уже конкретная Антоновка, которая у нас в руках, либо у нас уже она назвала. Так что я ем, единичное или всеобщее? Во-первых, я ем свою Антоновку, которая у меня в руках. Не вашу, не какую-то, которую в магазине, а вот я эту ем Антоновку. То есть я ем единичную. Но если я откусил от этой Антоновки, я откусил и от Антоновки как таковой, а вовсе не от Малиновки. И вовсе не от белого налива я откусил. Так? И более того, я не только откусил от Антоновки, как таковой, которые представляют собой особенные, я откусил и от яблока. Или нельзя сказать, что я от яблока откусил. Ты что делаешь? Яблоко ем. Я обязан докладывать, что я ем Антоновку? Не обязан. То есть и то, и другое, и третье может быть взято. И даже лучше сказать, не может быть не взято. То есть нельзя разделять. Вот бьется здесь Гегель над этим. Безнадежно, можно сказать, и думает, удастся мне им доказать, рассказать, удастся им понять это то, что я, или нет, потому что он и так сказал, и прямо, и только что не танцует по поводу этих понятий, хотя на самом деле такой сверхсложности здесь нет.
И тут перед нами встает, вот казалось, мы вот смотрим, все было понятие, понятие, раз, суждение. А это что, это отдельно, что ли, что-то? Или должен быть переход? Ну, мы уже тертые тут калачи, знаем, что если это наука логики, то, значит, должен быть переход от понятия, хотя бы как вот этой тотальности, как целостности, в которой единичное это целое, и особенное это целое, и всеобщее целое, и это не три разных целых, это одно целое, и нельзя его так понимать иначе. То есть такие различия, которые были различиями иного, нечто иное, такие различия были в учении о бытии. Там они так и были. Нечто иное. Более там еще и круче были различия. Это еще потом было конечное, да? Когда мы брали его с определенностью. Конечное, потом второе конечное, третье конечное. Их много было конечных. Вот у Гегеля есть такая фраза, это неправильное понимание возвращает нас в сферу наличного бытия. То есть возвращает нас туда, откуда мы давно-давно ушли. Но это можно все найти, потому что все занятия у нас записаны благодаря вот Степану Степановичу и товарищу Тюленеву и выданы. И каждый раз я отправляю ему сообщение о том, что прошло заседание кружка, пишу краткое, так сказать, сообщение о том, что рассматривалось, что разбиралось, и тему. Вот. И тема в данном случае у нас сегодняшнее суждение уже. И как? Вот. И тема суждения, а я говорю только о особенном, единичном и всеобщем. Почему? Потому что это суждение не должно быть такое, что «а теперь поговорим о суждении». Нет, так не должно быть. А теперь должно быть так, что то, что было у нас лишь понятие, теперь это уже выступает как суждение. Не так, что мы это вот рядом берем и говорим, а теперь перейдем. Это же не то, что мы перейдем на ту сторону улицы. Мы так не можем перейти. Это должно выходить из хода, так сказать, рассмотрения предыдущего материала. В данном случае материал понятия. Ну и как получается здесь? Вот, если мы с вами усвоили, что единичное есть всеобщее. Можно так сказать? Усвоили мы, что единичное есть всеобщее? Да, усвоили. Вот это вот, это то, что я сейчас сказал, это и есть суждение. Единичное есть всеобщее. Но мы это усвоили, рассматривая понятие. А теперь мы об этом понятии говорим, вот здесь для штрафников. Понятие. Мы рассматривали понятие, и при рассмотрении понятия выяснили, что, вот я называю, что мы выяснили, что единичное есть всеобщее, что особенное тоже есть всеобщее. И мы еще выяснили, что единичное есть особенное. Вот все эти вещи мы три выяснили, правильно? Ну вот, вот все вот эти три предложения, которые мы сейчас произнесли, что единичное есть всеобщее, единичное есть особенное, так? И особенное есть всеобщее. И это все суждение. Понятно. И все это суждение. То есть мы выясняли и не заметили, что уже перешли к суждению. Потому что вот такое утверждение, когда есть то, что стоит в начале, называется оно субъект, потом идет связка «есть», и потом идет предикат. Субъект есть предикат. Допустим, товарищ Дмитриев, как субъект, есть член кружка любителей гегельской диалектики. Есть эта связка, и берется как он член этого кружка. Но он, между прочим, как единичный, не обязательно член этого кружка, так сказать, он как единичный, но там есть всякие другие определенности. Ну вот, так можно сказать, это будет суждение. И тем самым, вот
долго разбираясь с понятиями и выяснив, что на самом деле, что единичное есть, про единичное можно сказать, что оно есть всеобщее, что оно есть особенное, а про особенное можно сказать, что оно есть всеобщее, вот мы и нашли все по существу виды суждений, которые дальше будут разбираться. А суждение – это вот такое высказывание, которое имеет такую форму. Субъект есть предикат. Чего тут непонятного? Вот если 120 раз прочитать это место, запросто можно понять. Я делюсь просто, спрашиваю, как вы, каким методом вы пользуетесь? Я уже рассказывал, методом бульдозера. Он так вот идет, 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 а дальше уже никак ему. Отъезжает, и что? И снова начинает, опять нагребает, уже больше, еще больше. Ну, тем более, но он проезжает уже дальше. Опять еще больше и еще дальше. И так, так сказать, таким путем, это как называется на научном языке? Штудирование. Да, штудирование. Штудирование. Нет всего по-русски изучения. Ну, по-русски ну, изучил бы все, и понятно. А нет, штудирование, потому что и так непонятно. Да еще на непонятном языке сказано штудирование. Я, говорит, и штудирую, говорит Ленин. То есть вот мы не знаем точно, он прочитал науку логики, прежде чем писал материализм и империалистизм. Может быть, и прочитал. Но не штудировал. А? Но не штудировал. Но не штудировал. Потому что он, вот, когда он взялся писать конспект науки и логики, тут он точно говорит, вот тут я стараюсь штудировать. Ну, а прочитать, ну, прочитал. Один раз. Вы пробовали прочитать один раз науку и логики? Только не останавливайтесь на непонятных местах. И это будет быстро. Если вы будете останавливаться, это бессмыслица. Если вы не собираетесь это штудировать, а просто останавливаетесь, вы просто и остановитесь тогда. Так что надо либо читать не останавливаясь, как изучают иностранный язык. Вот дети, например, вот, они изучают русский язык как? Они не останавливаются, болтают. И под над ними все смеются, как они неправильно употребляют слова. А они свое говорят. А потом уже над вами никто не смеется. Но встает другая проблема. Теперь уже проблема, что умное вы сказали. То есть правильно вы все выразили, правильно, никаких грамматических ошибок. А что умное такое вот изрекли? Вот другая проблема. Так, ну вот, собственно говоря, то, о чем я сейчас говорил, составляет собой переход. От чего? Переход в субъективности от раздела единичное, особенное и всеобщее к разделу суждения. Разделу суждения. Вот, а у нас перед этим, смотрите, вот. Какие у нас там разделы? Вот. С чего начинается-то? С всеобщего. Всеобщее, да? Кажется, что всеобщее самое такое богатое. Ничего подобного. Потом всеобщее один раз отрицается, и что мы получаем? Особенное. Потом еще раз отрицаем. А раз мы отрицаем еще раз, то мы не только получаем какое-то особенное по отношению к особенному. Так? То есть не особенное уже, другое. То есть вот это всеобщее, что называется. Ну вот мы одновременно возвращаемся к единичному. И вот такое возвращение к единичному, которое представляет собой отрицание отрицания, начинали мы с всеобщего, пришли опять. Вот, да. Уже вот такое всеобщее называется единичным. То есть такое всеобщее, которое вполне конкретным является, а не просто какое-то особенное. Есть животные, есть овцы, а есть вот эта овца. Ну что более конкретно? Овца. Овца, конечно, конкретнее. Начинаем с животных. Берем животных. Потом мы отрицаем. Берем первое отрицание. Берем овец. Этих овец, видимо, невидимо по всему миру. Еще раз отрицаем. Вот эта вот овечка, вот она. Она и животное, она и овца, и она и это конкретная овца. И все в ней. Поэтому достаточно нам вот этой овцы, чтобы сделать все эти выводы. Так и здесь достаточно того, что мы, вот видите, вот мы добрались, сначала было всеобщее,
Потом особенно, если вы просто пролистаете. Иногда полезно читать оглавление. Смотришь, а что зачем идет? Казалось бы, мы бы пошли, как люди, которые изучали арифметику, так, единичная, понятно, с единицы же надо начинать. Потом какое-то второе особенное, ну и третье уже всеобщее, и добрались до всеобщего. Нет. Всеобщее самое абстрактное, самое пустое. Ну, все животные. Про вас не буду говорить, но я животное. Ничего оскорбительного в этом. Но я же не растение. Все видят, что я не растение. То есть я от растения отрекся, так сказать. А кто не хочет про себя такое сказать, тот, возможно, растение. Это рыба. А потом какое животное? Ну вот высшее, общественное, да? Трудящееся, говорящее и разумное. Разумное – это вот, это такой еще вопрос, чтобы соответствовать понятию разумного, надо изучать науку логики. Тот, кто науку логики изучает, тот ближе к науке разумному. Но тот, кто не изучает, он, по крайней мере, так сказать, не лишен разума. Ну, так сказать, что это разумным человеком, не всякого человека называют разумным, правда? Не всякого. Меня вот товарищ Титов донимает, говорит, чем ум от разума отличается? Я говорю, ум, категории ума-то нету, есть рассудок у Гегеля. Такая категория рассудок – это вот умение делать правильные выводы. Допустим, про вас не буду, я бревно, и я не бревно, я твердое тело, и бревно твердое тело. Это правильные выводы. Я же не жидкость. Но далеко мы не пойдем по этому пути. Потому что я, вот товарищ Лазарева, тоже могу таким же образом твердое тело записать, группу твердых тел. Ну, важно, чтобы не жидким быть, правда? Ой, твердым, то лучше уже, чем ты. Поэтому вы напрасно так на нас смотрите с высока. То есть мы уже твердые, по крайней мере, жидкие. И вот здесь, как кажется, кажущийся обратный порядок. Всеобщее, особенное, единичное. А про единичное мы говорим, что единичное есть одновременно. И особенное. Какое-то особенное стало единичным. И всеобщее. Отсюда и все виды суждения. Вот эти все виды суждений перечислены на странице 47. Субъект в сопоставлении с предикатом. Внизу, в низочке. Написано русским по белому. Можно, следовательно, ближайшим образом понимать, как единичное по отношению ко всеобщему, или так же, как особенное по отношению к всеобщему, или как единичное по отношению к особенному, поскольку они вообще противостоят друг другу лишь как более определенные и более всеобщие. Вот они все так сказать, все то, что превращает эти понятия в суждение, вот оно тут, вот этот переход от понятия к суждениям уже тут состоялся. Но это не просто вот соотношение, а это соотношение, если оно имеет такой вид, когда берется связка, есть, когда вы так говорите, что единичное есть особенное, а это один вид суждения, да? Единица, единичное есть всеобщее. Другой вид суждения. А особенное есть всеобщее. Третий вид суждения. Вот вы можете таким образом получить разные виды суждений. И тогда Гегель берется за то, что их разбирать. Раз есть виды разные, вот он начинает их разбирать. И даже если вы не поняли, что, как он их разобрал, ну это уже второй вопрос. Это же вопрос, так сказать, перспектив. Потом позанимаемся и разберемся, и поймем. Вот на странице 48 есть очень понятное для всякого человека, я думаю, выражение. Так как субъект выражает собой вообще определенное. И потому преимущественно непосредственно сущее. Сущее что такое? То, что есть. Да? Вот там метро есть? Метро есть? Там есть. Уверены? Там. Ну там вы уверены, сейчас все ведь может происходить. Может и нет этого метро.
А сущее что? Непосредственно. Вот то, что перед вами есть. Вот книга у вас в руках, это сущее, а метро у вас не в руках. Вы еще не заплатили даже за проезд, вас не подпустят к этому метро, прогонят, скажут, куда пришел сущий. Вы никто, и звать вас никак, пока не заплатите. Или у вас, может, карточка есть. Вот у меня карточка есть проездная, но это не метро. Карточка есть, а тут вдруг решили, что карточки, которые там выдавали, сейчас во время ковида не действуют, и все. Я могу с этой, поскольку она для метро, но от этого не поедешь с помощью этой карточки. А потом сказали, идите обратно, метро вам разблокирует. И она стала, превратила метро в сущее для тех, кто имеет там эти самые карты. Для тех, кто не имеет таких карт, давайте деньги и будет сущее. А пока денег не дали, не сущее, можете глядеть сколько хотите. Хотите на кассиров, хотите на этих охранников, которые там стоят в метро. Что хотите там? Можете газеты там покупать рядом. Но это не сущее. Сущее – то, что непосредственно. Правильно совершенно сказать. Так вот, так как субъект выражает собой вообще определенное, потому преимущественно непосредственно сущее, а предикат выражает собой всеобщее. Всеобщее. Всеобщее, потому что это даже по отношению, если мы берем единичное и особенное, то уже особенное имеет форму всеобщего, правильно? Потому что это яблоко вообще. Вообще. А у меня конкретное яблоко, поэтому я беру, если единичное. Всеобщее. Сущность или понятие. То субъект, как таковой, есть в начале лишь некоторого рода название, ибо то, что он есть, выражает лишь предикат, содержащий в себе бытие в смысле понятия. Что есть это или какое это есть растение? Вот. Какое? Вот вы сейчас пошли, купили черенок. Чего? Какого-то растения. В магазине продают пятерочки. Это, возможно, черенок розы. Да? Есть, продают. Я в прошлом году покупал. В этом году собираюсь купить тоже. Прямо вот пятерочки такие дают, оно завернуто хорошо, корень. И вот такое над этим корнем обрубочек. Это черенок розы. Мы можем сказать, это растение. Вот этот черенок есть роза. Можно так сказать? А можно сказать по-другому. Я беру розу. Я купил в магазине розу. Конечно, забавно выглядит, что я купил в магазине розу. Ну, купил. Причем в каком магазине? В обычном, да. Не в специальном магазине, где продают там цветы. Не в цветочном. Я купил в магазине розу. А роза есть растение. Это что, это суждение? О чем? Это о розе. А если я по-другому буду? Я купил какое-то растение. Интересно. Вот это конкретное растение, которое у меня в руках, есть роза. Тогда оно единичное, а роза... Здесь по отношению к нему все общее. И вид такой. То, что слева – это единичное, то, что справа – это всеобщее, а посерединке – связка. И как мы это получили, такой вид? Возвращаясь назад, получились мы очень просто. Когда мы усвоили, что всеобщее, единичное и особенное – это не три каких-то предмета, не три каких-то явления, а это об одном речь, это одно целое. Выступающее и как единичное, и как особенное, и как всеобщее. И это вам не учение о бытии, где есть границы. Никаких границ тут нету. Соответственно, нету выхода за границы, нету конечного, нету пределов, нету... Хотя предел – это граница, которую переходит. Ничего этого нету здесь, потому что это мы прошли. Здесь мы находимся с учением о понятии. Поэтому здесь единичное является... Всеобщим, без того, чтобы иметь какие-то разделения здесь. Никакого разделения нет. Оно так непосредственно и всеобщим и является. И особенное является всеобщим. И единичное есть особенное. Тогда по отношению к единичному особенное выступает как всеобщее. Или как более всеобщее. Раз более всеобщее, то всеобщее. Собственно, вот в этом вся сложность вот этого перехода.
И сложность, которая заставляет людей останавливаться, и говорит, я ничего не понимаю. Там вдруг было все хорошо с понятиями. Сначала нехорошо, потом стало хорошо. Потом дошли до суждения, опять стало нехорошо. То есть про суждение считаю, вроде все хорошо. А перехода нет. Вот мы с вами рассмотрели самое главное. Что самое главное в логике? Движение, переходы. Если мы вот эти переходы усваиваем, значит, все идет хорошо. Там, а уже хорошо ли мы усваиваем, это второй вопрос. Это вопрос тренировки, вопрос привычки. Привыкнуть надо и к языку. Но человек, который изучает иностранный язык, он просто должен послушать, например, и почитать. Не важно, что он вообще это не изучал. Ты привыкать к этому языку будешь. Постепенно и привыкнуть. Дети, так вот куда бы их ни, где они родились, в какой стране, они этот язык изучают. А как они его изучают? Они что? У них хорошее образование, никакого у них образования нет, они изучают язык и все. Они просто не задаются таким вопросом, что это очень сложно. Они не привыкли так важничать, что это невозможно понять, что это очень сложно изучить язык. Если бы дети знали, что так сложно изучить язык, они бы его не изучали. Но они не знают. Наивные, глупые дети, они берут и начинают болтать. Все смеются, как они болтают, потом меньше смеются, еще меньше смеются, а потом дети уже начинают смеяться над родителями, которые что-то неправильно выговаривают или неправильно формулируют. Вот и все. Поскольку они быстро развиваются. Вот это самое главное, на что я хотел обратить внимание, вот на этом занятии, на этом самом переходе к суждениям, потому что дальше как бы пошло дело техники. Какие бывают суждения? В зависимости от того, что стоит в начале, что стоит, что субъект, что предикат. Понятно? Раз всего тут три предмета, три слова. Субъект, связка и предикат. Субъект – это то, что берется, то, о чем говорят. Предикат – это то, что об этом на субъекте говорят. А связка, она вот такая, у нее служебная роль есть. И все. Почему? Раз она есть, но она тут присутствует в бытие. Бытие тут присутствует. Это не так мало, что она есть. Не то, что этого нет. Вот. И отсюда пошло тогда деление на виды всяких суждений. И вот на странице 53. Внизочки. Гегель пишет. Суждение, каково оно непосредственно, есть ближайшим образом суждение наличного бытия. Вот то, что вы получили, вот как мы вот с вами рассмотрели, это суждение наличного бытия. Его субъект есть непосредственно некоторое абстрактное, сущее, единичное, а предикат – некоторая непосредственная определенность или свойство субъекта. Нечто абстрактно всеобщее. Почему абстрактно всеобщее? Потому что он нам уже объяснил, что это может быть какое-то особенное, а может всеобщее быть. Но абстрактно всеобщее, то есть не единичное, одним словом. Так как это качественное в субъекте и предикате снимает себя, то определение одного ближайшим образом светится в другом. Таким образом, суждение есть, во-вторых, суждение рефлексии. То есть он обращает просто наше внимание, если, вот скажем, роза есть растение, то, наверное, одно светится в другом. Вот это растение, это мы берем растение, но роза присутствует же. Раз роза есть растение, значит, среди растений есть и роза, она тут светится. Если вы возьмете все растения, то уже не затеряется же роза. Раз роза есть растение. Насчет других растений не верят. Может, вы ее со щавелем уже не перепутаете. Потому что розу можно подарить, щавель для другого лучше употребить, для того, чтобы сделать холодный борщ. Вот. Поэтому вот оно светится в другом. Таким образом, суждение есть, во-вторых, суждение рефлексии. А что такое рефлексия? Если светится, отражается. То есть говорим с отрицанием. Говорим об одном, а имеем в виду, что это отрицание другого. То есть не просто говорим. Вот товарищ Лазарев не дурак. Это хорошее суждение. Я про вас что-нибудь сказал оскорбительно? Нормально, да? Не дурак. Вы признаете, что вы не дурак?
Хорошо, а вот товарищ Дмитриев умный человек. Как вам больше нравится? Вариант какой? Второй. Ну, тут товарищ Дмитриеву повезло. А он вот тут, потому что надо вот, и свободно было место, а вы надо близко к власти садиться, а вы раз и туда, да, вот уже. А вы посмотрели, тут красный лучит отвести дальше. А это что, в чем сложность-то? Чтобы про вас рассказать, мне надо искать, пойти, сейчас тут вроде дураков нету на кружке. Это надо мне сейчас, кто у нас, ключик дайте, я сейчас пойду на улицу и буду кого бы привести, показать, что он дурак. Это сложная задача. И вот я его приведу, поставлю, но, возможно, еще драка будет по этому поводу, потому что не думаю, что он так просто пойдет. Ну, у нас есть такие люди серьезные, такие большие надо, чтобы были такие большие серьезные люди. Вот мы с ними пойдем втроем, а я четвертый. И тогда мы приведем человека, все будет тихо, спокойно, ничего не тронем. Вот он потрепыхается, вот сюда. И вот приведем сюда, я скажу, вот, видишь, это дурак. Вот Лазарев не такой. Ну, правильно я, так сказать, все, он есть не дурак. Поэтому есть прямая форма утверждения, а есть такая рефлексивная, через отражение. То есть нет, чтобы сказать, как про Дмитрия, что вот умный человек. Нет, надо обязательно притащить какого-то дурака, и тогда только показывать, что вот Лазарев не такой. Потом другого дурака, потом третьего будем тащить, и будет это сплошное отражение. И все, и этот не такой, и никак этот. То есть это не очень хорошее. Поэтому иногда могут... Про Маяковского говорили люди, его враги, что Маяковский сегодня выглядел вроде бы прилично. Сегодня он выглядел прилично, а вчера и завтра, наверное, неприлично. Выглядел. Выглядел-то прилично, а сам-то человек какой? Два. Вроде бы прилично. Вроде бы. И тут еще есть одно отражение. То есть люди, которые вот это понимают, эти формы, они становятся менее уловимы для противника, в том числе и логического противника. И наоборот, они могут использовать это в своих выступлениях, статьях. Не обязательно вот только вот фразами, что субъект есть предикат. Можно по-разному это делать. Так, вот поэтому это рефлексивная форма, правильно? Через отражение. Так, рефлексии. Значит, первая у нас была форма суждения наличного бытия. Вторая форма суждения рефлексии, но это скорее внешнее синтезирование, переходит в существенное тождество некоторой субстанциальной необходимой связи. Таким образом, суждение есть в третьих суждении необходимости. Раз товарищ Лазарев ходит в кружок по изучению диалектики, то он точно умный человек. Вот это суждение. Он есть умный человек. Дурак сюда, тут, если он и придет, долго не задержится. Ну это неплохо же. Совсем по-другому. Это уже суждение необходимости. Не просто так, что это не с потолка берется. Это связано с обстоятельствами, по необходимый вывод. А не просто взял и ткнул. Ну что это такое? Ну это не все. Еще вот в отличие от всех этих триадичностей, еще четвертое есть у Гегеля тут. Удивительно. В-четвертых, так как в этом существенном тождестве различие субъекта и предиката стало формой, то суждение становится субъективным, оно содержит все противоположность понятия, его реальности, их сравнение. Это суждение понятия. То есть он учитывает, что здесь форма субъективности, и что здесь тут сравнение, противоположность понятия и его реальности. Что человек по понятию такой, а реальность может быть другой. И сравнивает, он соответствует своему понятию или нет. Истина – это что? Соответствие понятию объекту и объекту понятия. Ну, да. Прекрасно. Только начали вы с объекта. Нехорошо начали. С объекта понятия. Нехорошо. Нехорошо, да, ну ладно. Да, как-то наоборот вывернули. Как-то удивительно, у меня всегда бывает. Бывают такие простые формулировки, обязательно переставят,
и с конца начинает думать. Ну, я понимаю, человек такой забавный, почему он с конца берет? Потому что истинное соответствие понятия объекту, как нас учили. Учили нас как? Нас с Дмитрием учили вот, соответствие понятия объекту. А вы раз объекта понятия, тут человек сразу скис, а вы говорите, ну что, и понятие объекта, все хорошо. Взял и перевернул. Потому что все-таки сначала, наверное, сначала познать надо, познавать действительность, а потом ее преобразовывать. А вы сразу, а что ее там познавать? В ходе преобразования и познаем. И давай, руби. А если у вас есть цемент, размешивай. А куда будете ее лить? Да идем потом куда-нибудь. Вид детского познания. Вид детского познания. Сначала разломать, понять, что там. Да, конечно. Разломать это еще слабо. Еще разбить надо. Важно взять и понять. А получится разбить или нет? Если не получится, значит крепкий. Так, ну вот. Четыре вида здесь, вида суждения. Раз, два, три, четыре. Вы хотели узнать виды суждения? Все, мы уже закончили с вами. И, во-первых, мы выяснили, как различать эти самые, как перейти от понятий всеобщие, особенно единичные, к суждениям. И виды суждений, и все понятно. Но я честно скажу, что я очень долго думал тему о том, как это сделать понятно. Потому что вот как-то тут так много всего. А тут вот если это все, и вроде так все и написано. Все и написано в конечном итоге. Но нужно еще вот в том, что написано, выбрать то, что составляет тут логику основную. А то, что вам специально разъясняют, добавляют, их много этих разъяснений. Но это все разъяснения и добавления. А вот здесь прямо вот здесь выделяется в некоторых случаях. В науке логии, особенно вот в первом томе, там человек останавливается, начинает думать, почему это так. А там у Гегеля, прежде чем он начинает излагать, всегда план. Он этот план читает, там ничего не доказано, и там нет никакого выведения. Никогда вы его не поймете. Потому что это надо просто понять, как книга устроена. Вот сейчас. Речь сейчас пойдет об этом. И вот это сказано. А потом идет развертывание, более подробно. Вот читать надо потом. А это, так сказать, для того, чтобы вы знали, о чем будет речь. Не более того. Ну, чтобы вы не думали, что не о паровозных мастерских будет речь, а о велосипедах. Ну, а потом уже вы разберетесь. То есть для того, чтобы увидеть, что в тексте, какую роль играет, нужно с этим текстом ознакомиться. Почему говорят ознакомление с текстом? Правильно, значит, надо ознакомиться. И прежде чем начать его изучать, тем более штудировать, не худо ли ознакомиться. Поэтому и хорошо и главление посмотреть. Некоторые никак не могут запомнить, что зачем идет. Но для этого-то не нужно читать книгу. Для этого надо изучить главление. И больше ничего. Если у вас хорошая память, я вот, например, не обладаю таким свойством, поэтому мне бесполезно учить это самое главление, я все равно не запомню. Поэтому я, так сказать, вот так, то есть медленно ползу по тексту. Но есть люди, которые он один раз прочитал, он запомнил. Но он знает, что зачем идет, и он уже не ошибется. У него пути вот на нити в руках. Ну и дальше вот, ну раз он уже сказал, что сначала, что потом. Ну, наверное, мы с вами знаем уже, что сначала бытие, а потом сущность. Все знают. Есть такие люди, которые здесь в кружке, не знают, что сущность идет после бытия. Есть такие люди? Если есть такие люди, просьба выйти. Если не знают этого. Потому что уж сколько мы на эту тему не говорили. Ну так понятно, поэтому вот за суждением на личное бытие что пойдет? Я, видите, как вот могу не считать, а листать. И что за ним пойдет? Вот тут какие-то эти буквочки маленькие. Это все виды идут суждения на личного бытия. Ну, как бы суждению присваивается то, с чего начинается вообще наука логики. А почему? Потому что суждения, они отражают вот то движение, объективное, которое было. Это отражение в понятиях того движения логического, которое мы с вами прошли. И вот листаю, думаю, когда же это закончится-то? Суждение. Кончается это бесконечным суждением. На странице 65 написано «Суждение рефлексии». Это второй вид суждений. Когда его, как его понять? Ну, читать надо это суждение рефлексии, как оно выглядит.
то там есть самособирание воедино многообразных свойств и существований. И примеры. Примерами он тут не балует, надо сказать. И тут их виды сингулярные, партикулярные, универсальные. Но универсальные, я думаю, все понимают, это то, что ко всему относится. И суждение необходимости С. Суждение необходимости, определение, до которого развилась всеобщность. Там категорическое суждение, разделительное суждение. Суждение понятия Д. Тут 4 Д. Суждение понятия. А суждение понятия какие? Ассерторическое суждение, проблематическое суждение. Так. И аподектическое суждение, про которое я вот запомнил, один раз прочитав, что дом, устроенный так-то и так-то, хорош. Вот если я сказал просто дом хорош, этот, я сказал, а почему он хорош? Не сказал. То есть тут нет обоснования. А вот аподектическая, самая высшая форма, самая красивая. Вот. У меня поэтому был такой случай, мы разбирали с Дмитрием Юрьевичем Пучковым вопросы диалектики, а он всегда начинает встречу с того, что Михаил Васильевич, я вас категорически приветствую. Я вас категорически приветствую. Михаил Васильевич, Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте. Раз приветствую категорически, два. Потом я один раз его приветствовал ассерторически. И, наконец, аподектически его приветствовал и объяснил, что такое аподектическое. Вот. А тогда, чтобы, значит, я вот продемонстрировал, что я вот не лыком сыт, я вас, значит, приветствую ассерторически и аподектически. Ассерторическое суждение, оно вот в качестве примера можно взять такое, что вот дом хорош, то есть с оценкой уже. Не просто, что он там красный, розовый. Может, красный – это плохо. Кому-то красный – плохо, кому-то белый – хорошо. Вот, так что... Мы таких знаем. Да, да, мы таких знаем. А тут вот идет, речь идет о том, что вот дом хорош. Вот, скажем, ваш, так сказать, как бы можно сказать, дом хорош. А это ассерторическое суждение. А аподектическое суждение, это самое, так сказать, суждение, понятие последнее, на букву «С». Это суждение, дом так-то и так-то устроенный, ну, вы его тут устроили вместе с Дементьевым, все это организовывали и так далее, вот дом так-то устроенный хорош. То есть, так, то есть не только он, но и я знаю, и даже знаю, вот не только категорически, а категорически раньше, а аподектически позже. Так что, он, даже он чтобы... слабее вас приветствует. Вы его... Он не слабее, он меня, так сказать, категорически, потому что еще я ничего не сказал, что меня приветствует. Аподектически. Не надо аванса выдавать, пусть выступит сначала. Нормальный организатор. Почему я должен сразу вам давать, так сказать, высшую оценку? Нет, ну сначала вот выступите хорошо, тогда получите. Тем более оценки получают так, сколько просмотров. И кто, так сказать, одобряет, а кто говорит, чушь какая-то непонятная. По-разному же это воспринимается. Вот, то есть, что я хотел вам продемонстрировать сегодня. Что, несмотря на сложность этого материала, ничего такого здесь особенного нету. И мы пришли к такому заключению, которое будет уже предметом следующего занятия. Вернее, не следующего занятия, а сначала у нас будет через следующее занятие. А здесь у нас будет суждение, посвященное занятию, через неделю, через две недели. Нет, не через две недели будет. Что у нас? У нас 27 в апреле есть, да, еще? Вот. 27-го. Да, 27-го. Апреля, вторник. Вот у меня тут помещено. 13-го было и 27-е. Кто будет скажет, что 13-е число несчастливое, это неправильно, потому что мы разобрали такой сложный вопрос. И 27-го мы будем разбирать виды суждений. А переход мы разобрали. Суждение – это важно, но переход особо важен. Мы сегодня этот самый переход к суждению. То есть говорили, роза есть растение, единичное есть всеобщее. И получили, посмотрели на это и увидели, что это вид суждения. Роза есть растение, субъект есть предикат. И вот так люди высказываются. И вот эти все
Это, если так высказывается, то это суждение наличного бытия. А если по-другому, то вот как по-другому? По-другому называется. То есть это идет классификация, как вот есть классификация животных, это рыбы, это грызуны, из них крысы есть, а есть мыши, а есть белые мыши. Ну вот, я думаю, что мы вполне задачи решили. Какие у нас есть вопросы, есть какие-нибудь? Еще время есть даже осталось. То есть какая у нас вот задача, какая проблема? Значит, надо перестать бояться науки логики. Гегель наш друг и товарищ, он нам помогает продвигаться вперед. Но он помогает нам продвигаться вперед на вершины, а не помогает продвигаться вперед нам по пешеходной дорожке. Потому что по пешеходной дорожке вы и сами пройдете. И мы вовсе не выйдем из науки логики для того, чтобы пройти отсюда до метро. Нет, это другая задача. А для того, чтобы разобраться в таких вещах, и не было бы, чтобы это примитивно, вот, если уж приводить большой пример, то большой пример был это с контрреволюцией в СССР. Потому что, чтобы разобраться в этой контрреволюции, надо понимать, что такое ревизионизм. Кто может сказать сегодня, что такое ревизионизм? Пересмотр основополагающих. Ну, пересмотр это же неплохо. Вот Ленин пересмотрел основополагающие учения Маркса и Энгельса. Революции, да? И сказал, что в одной стране на период империализма может быть такого. Начало в одной стране. И не может быть так, чтобы создались условия для революции, объективные и субъективные, чтобы революционная ситуация была сразу в нескольких странах. Такого не бывает. Поэтому революцию надо понимать как цепь революции и контрреволюции. У нас уже и революция есть, и контрреволюция есть. То есть именно так, как у Ленина написано в работе о лозунге Соединенных Штатов Европы и военную программу пролетарской революции. Ленин мало об этом писал. Но он написал очень твердо, и этого твердо держался. И когда встал вопрос об резком мире, когда нужно было решить, или мы будем, так сказать, двигать всемирную революцию в те страны, в которых нет для этого условий, или, говорит, мы здорового ребенка возьмем в России и бросим его в костер мировой революции. Он сгорит и все. А мировой революции не будет. А вот мы свою революционную роль, так сказать, видим как раз в том, чтобы ее, эту революцию поддерживать тем, что мы здесь вот действуем. Ну вот, поэтому это течение внутри марксизма, враждебное марксизму. Люди не привыкли рассматривать, изучать, так сказать, люди, ну вот, по доброте душевной, по простоте душевной. Им говорят, что это вот улучшит вашу жизнь. Вот выпейте вот это улучшит вашу жизнь. Так вам сейчас вот продают всякие в аптеках. Какая цель продажи лекарств в аптеках при капитализме? Объясните мне. Деньги заработать. Деньги заработать. Ну так пейте больше этих лекарств. Но если вы умрете, они очень сожалеют. А знаете, почему они сожалеют? Больше не купит. Он же больше не купит. Вот беда. Ну, а человек мог бы ходить. Купит другой. Нет, надо. Этот товарищ никогда не станет капиталистом. Он не понимает, что надо не другое, надо, чтобы все покупали как можно больше. Как можно больше людей. Но если будет людей мало, то как? Нет, это нельзя работать. Как это не может быть мало? У нас число жителей России сокращается, а вы что доказываете-то? Как не может быть, когда вот именно с этой проблемой мы и столкнулись? Как только перешли к капитализму уже, но переход к нему шел через ревизионизм. То есть людям рассказывали, это социалистические товарно-денежные отношения, социалистический рынок. Вот все, слова социалистические прибавляли ко всякой гадости, и эту всю гадость, так сказать, и проводили. Человеку скажут, что это социалистическое, То есть люди, по крайней мере, те люди, которые в кружке, не должны быть настолько наивными, чтобы верить вот таким словам, на слово верить, что это социалистическое представило или социалистическая перестройка. Хотя, если человек вообще бы вот внимателен был к понятиям, он бы увидел, что слово перестройка буквально раскрывает, о чем идет речь. Перестрой. Это что такое? Изменение общественного строя. Вам же говорят, перестройка сейчас будет.
Ура, да здравствует. Так перестройка, то есть будет сейчас капитализм. А какое может быть еще изменение строя? Никакого другого. Был социализм, стал капитализм. К полному коммунизму так не придешь. К полному коммунизму нужно идти, идти, идти очень долго, да? Нужно это все развивать, развивать, и родимые пятна капитализма преодолевать. Это дело долгое, никто из классиков марксизма никаких сроков здесь не устанавливал, не знаю. Говорит, ой, Китай говорит, что он еще будет долго, и может 50 лет строить. Ну, может и 50, а может и 100. Вы быстрее можете в Китае, когда там 1 400 000 000? Это ужаснуться можно, как такое количество людей накормить, чтобы они, так сказать, друг друга не съели. В этом году все, они побороли бедность. Бедность побороли. Потом они, чтобы уйти от зависимости от американцев, в порядке, в технологии, в 70 раз увеличили расходы в плане, в 14-м плане, на научно-технические разработки. В 70 раз. А наши грустные, так сказать, держатели денег, всяких фондов благосостояния и других сидят с этими деньгами. И думают, как бы, и думают, как их отдать. Как их отдать, отдать тому, кто вместо того, чтобы забрать Центробанк, он же государственный банк, а деньги заплатили за то, чтобы он стал подчиняться правительству. Но это куры на смех даже при капитализме. Сбербанк. А? Сбербанк. Сбербанк. Миллиарды заплатили за то, чтобы как бы купили. А с какой-то стати правительство должно заниматься покупкой того, что принадлежит государству. Это же государственный банк. Это надо было расчехлить фонд народного благосостояния. Надо было породить родного человечка. Ну да. Кушать очень хотелось. Вот, то есть то, чем мы занимаемся, с одной стороны сложно, но с другой стороны, вот сложно людям вообще разобраться в том, что происходит. Сложно, непросто. И для этого надо со всеми понятиями разбираться. Скажем, товар, сколько раз не говорит, что он социалистический. Хотите социалистического яда принесу? Ну, яд социалистический будет. Самый чистый. Ничего не заметите. Уже завтра его проснем. Классово правильный. Да? Сделан рабочими, упакован рабочими, принесен рабочими. И для рабочих. И для рабочих. И все. То есть настолько люди наивны в этом отношении. То есть, с одной стороны, вроде бы мы тут вот герои, там сколько сидим, занимаемся, сколько занятий, какие трудности. Но лучше позаниматься, чем тебя вот так вот возьмут и будут, так сказать, дурачить постоянно. Ну вот развитой социализм, это же. Ну, кто не знает, что такое социализм у нас? Вроде бы это не развитый, не полный, не зрелый, не спелый коммунизм. Но если его развить, что будет? Коммунизм. Коммунизм полный. Нет. Коммунизм и так есть уже. Но это правильно то, что вы сказали. Но это повторение. Потому что это будет полный коммунизм, если его развить. Поэтому развитой социализм – это коммунизм. Так у них что получалось? Это развитой, но не коммунизм. Сначала объявили, что вот через 10 лет будет низшая фаза коммунизма? Нет. Хотя она у нас с 1936 года, а потом еще через 10 лет высшая фаза коммунизма. А потом отступили назад. У нас уже развитой социализм. И вот приходит кто-нибудь, наивный человек, приносит статью в журнал о том, что как нам улучшить, там, уменьшить вредность труда. Вредный, опасный женский труд. И он говорит, вы что, очумели? И что принесли? У нас развитой социализм. А вы принесли какой вредный, опасный труд. И ничего не стало делаться вообще. Даже не только не делается, и ставиться не должно быть. Ничего не надо делать, поэтому все стало опадать. Спадать и уничтожаться. Но уж когда человек говорит перестройка, добавить слово социалистическое, его вместо того, чтобы застрелить этого Горбачева, его слушают, как будто бы он что-то умное сказал. Он же изменник Родины, он враг народа. Это же не наивность, это глупость. У кого наивность? Ну, вы сказали, что это наивные люди, те, кто... Ну, наивные люди. А у кого наивные? У Горбачева это не наивный же? Ну, он не наивный. Те, кто его поддерживали, там, или те, кто шли за ним, там, или верили. И там, и среди всех, кто поддерживали, шли за них, были и такие. С одной стороны, были такие, как Яковлев, предатели социализма, изменники Родины.
И, или такие, как Ельцин, который потом приехал в Соединенные Штаты Америки и докладывал в Конгрессе, что мы уничтожили коммунистического идола. Я эту запись смотрю. Страшная запись. Ее очень хорошо склеили с его выступлением «Жить по-ленински», и тут же идеально. Да. Как отрицание. Поэтому я выступаю за сохранение вот этого вот мемориала, который Ельцин центра, чтобы туда свозить всю дрянь, которую Ельцин и его дружки принесли, контрреволюционеры, памятник вообще, с одной стороны, тем самым, на память о том, какие были негодяи, и еще на память тем, какие бы простофили были, которые наивно так верили этим негодяям, которые сидели, если они сидели высоко, да вы можете сколько угодно высоко сидеть, а этого не знать. Вот это вот нам позволяет иметь знание о том, что происходит, независимо от того, на каком этаже вы сидите. Куда вы забрались, или куда вы опустились. Ниоткуда не следует, что человек, который внизу, хуже понимает. Скажем, рабочие лучше понимают диалектику. Почему? Потому что они имеют дело с противоречивым предметом. Вот для меня, например, было, я как школьник, когда пришел на завод, мы там два дня в неделю стали, ну, на нормальном заводе, в 936-м, который делал там авиационные приборы. Я никак не мог понять, что это они точно делают, или туда сколько-то микронов, или сюда, надо же вот сделать, как нас учили. Нет, если тут допуск и посадка, что за... То есть, оказывается, ничего точного вообще нету. Все не точно у них. Халтуру гонят. Да. И вот есть один был человек на Балтийском заводе, который точил вал. То есть много-много рабочих. А один человек мог выдать, 4 метра надо точить, и там допуск, ну, если там, так сказать, допуск превысишь, то будет весь корабль будет дрожать, никуда он не пойдет. И если вот там 4 метра, а он на 3 метра 73 сантиметра, какой-то сбой допустит, все это выбрасывать надо, это что-то. А можно доточить. А? Можно доточить. Ну, уже, если вы сделали уже его слишком тонким, то... Ну, если тонким, то брак. Тогда что, вам придется это... Да, да. Если тонким, то брак. Наваривать, что ли, или как? Есть специалисты такие. Да. Можно наварить. Не, можно сказать, ай, пусть едет. Можно, в принципе, и поставить. Как сейчас? Можно и поставить, пусть поедет. А, можно и поставить. А потому что, когда он... А потом вернулся, новый заказ. Да, ну новые деньги, пока его снимают, да, снять, разобрать, новый заточить, так далее. Вот это да, плюс. Там написать можно, что вам такой нарисовал. И тогда и рабочие тут будут существовать, а так и бы уволили, и все в связи с окончанием заказа. Бизнес будет на годы растянут. Да. Так что мы с вами вот на занятиях и в связи с занятиями убеждаемся, что это все позарез нужно и очень все практично. Потому что у нас не столько все делается, все делается неправильно, сколько сознательно, умышленно неправильно. И это нужно различать, что должно быть и что по необходимости, а что происходит. Различать то, что происходит, и оценивать то, что происходит. Это нужно делать. Причем оценка у нас тоже материалистическое. Мы оцениваем не с позиции, я вот Иванов так считаю, или Петров, или Попов, а с точки зрения интересов рабочего класса. А куда идет? И рабочие должны оцениваться с точки зрения того, они соответствуют интересам рабочего класса, или они думают, как поменьше дать, и побольше взять, и все. То есть, чтобы если у них есть мелкобуржуазный настрой. Мелкобуржуазный настрой в этом и состоит. Поэтому вот это все очень важно. Поэтому я приветствую всех участников кружка, и тех, которые здесь сидят, и тех, кто смотрит. Смотрит у нас очень много людей. Вот. И сказать, что нам негде учиться, никак нельзя сказать. У нас все есть. У нас есть и литература, у нас есть с вами кружок, который достаточно последовательно. Мы уже ведь далеко зашли, мы в третьем томе. У нас есть краткий курс диалектики Гегеля, который напечатан. Вот, Невинномысским. Институтом экономики, управления и права, товарищем Мазуром. И у нас есть краткий курс диалектики Гегеля, над которым народ смеется, говорит, 4 часа 40 минут, краткий курс. Вот. Он на канале Академия смыслов Лоббио,
И на сегодняшний день его просмотрело 135 тысяч. То есть людей, которые занимаются диалектикой, очень много сейчас в России. Такого раньше не было. Такого раньше не было. Можно сказать, что вот в том числе и деятельность нашего кружка, и постоянное внимание к этой стороне. Ну, раньше говорили, вот есть три источника, три составных частей. Они же есть, а зачем тогда их изучать? Ну, скажи, зачем изучать, они и так есть. Ну, есть же три источника, три составных части. От того, что вот товарищ Лазарев изучает, и что от этого? Ну, раз есть, надо их изучать. А? Раз есть, значит, надо их изучать. Иначе зачем они просто есть? Так они уже есть. Они уже есть. Уже есть, что изучать? Вот если не, вот у вас если нет деталей, так надо выточить. Ну а если она у вас есть, ну надо переставить ее, то переставьте, вы же как раз вот занимаетесь. Туда-сюда перестаньте комплектовать. Вот и давайте комплектовать то, что есть. А зачем это изучать? Ну, понять, что комплектовать. Ну, понять, много будете знать. Понять, если хотите. Это уже другая задача. Ну вот поэтому у нас задача не просто понять, а выразить в понятиях и понять, насколько это те или иные изменения соответствуют интересам рабочего класса. Не потому, что он рабочий, а потому, что он передовой. А передовой он потому, что рабочий. Вот таким образом. Позвольте поблагодарить всех тех, кто тут участвует и смотрит, вот, за внимание к диалектике, за изучение диалектики, и призвать вас к тому, чтобы и дальше продолжать студировать науку логики.